I don't know what's next, but I'm on shit. I've been on to something. I don't wanna talk, but I can see it coming. Cooking like an oven, I'ma get it popping. Never had an option, I've been feeling boxing. Go up and I blast up like a rocket. Till I'm at the top, swear I'm never gonna stop it. Living in the West, moving east, end up in Boston. Bring it up again, always try to change the topic. Yeah, we been moving fast, think we gotta slow it down. Офигенное начало. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере с Motor Rage, все как всегда. И сегодня, как ты понял по названию, по превью ролика, я тебе покажу весь свой автопарк, и мы посчитаем, сколько же денег он стоит. Поэтому присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Знаешь что, пацаны, еще этот ролик должен был выйти в 2021 году, ведь название, скорее всего, автопарк 2021 года выпуска. Ладно. Еще много подписчиков мне просило: Эван, расскажи о своих тачках, ты никогда их не светил. Хотя в 3 я всегда светил, типа можно было посмотреть, но как они выглядят, если вы новый подписчик и там не знаете, какие у меня тачки. Ну, сейчас, значит, узнаете. Перебивки, я думаю, вы уже в начале видели, поэтому томить, я думаю, не буду. Сразу хотел сказать, что тачки разделены у меня сейчас. Их настолько много, что мне понадобился вот такой прям большой ангар. Тачки разделены, справа будут стоять тачки именно из моей коллекции. Если кто не знает, я собираю коллекцию ААА на 77 регионе. Именно этими словами сейчас набил цену на ААА 77 регион примерно раз в 100. Ладно, шучу. И вот, и слева это остальные тачки. Знаешь что, я думаю, не стоит там томить, уже пора начинать. Вот так я все свои тачки выставил, вот так их много, ангар. Четверть ангара мне понадобится даже, не весь. Знаешь что, начинаем из моей коллекции. Это первая тачка, которая нас встречает, это Lamborghini Urus, серия, которая вышла недавно, просто с идеальными перебивками, которые всем понравились. Он залетел, этот ролик, ну можно сказать, почти залетел, да. Всем большое спасибо за эту активность. Давайте я буду говорить о ценах, за которых номера и тачки я брал. По факту эти номера будут спустя время стоить дохера. Я буду называть цены, по которым я их брал. Lamborghini Urus, я его взял за 19 лямов, комиссия, 20-ка пусть будет, и 25 за номер, там 25 с половой. Ну короче, 45 миллионов, нехерово начинаем, такой вот желтый Urus. А что я буду рассказывать? Я буду сейчас по-быстрому пробежусь, ведь про каждую тачку на канале есть ролик. В принципе, давайте я запарюсь и на все эти автомобили оставлю ролики. Вторая тачка Subaru RX STI, в кузове конь, как бы. Самая первая тачка, на которую мы купили номера АА на 77 регионе. И в серии Subaru я объявил, что эта коллекция будет теперь меня. Знаешь что, Subaru, сколько она там стоит? 1,8. Ну, давайте 2 будем, чтобы такие мелкие суммы не писать. 2. И что? И номер 8. По идее, десяточку добавляем. Так, этого не видели. Знаешь что, легендарная цешка 63 W204 кузове на номере ААА004, потому что 204-77. Эту цешку я искал буквально когда? Еще на старом ЕКХ я искал. Летом, получается, искал где-то неделю. Тупо никто не продавал. Вообще никто. Брал ее, не помню, за 3,8, либо за 4 ляма. Давайте 4 возьмем, округлим. И 8 лямов номер. Это у нас 12 миллионов плюса. Такая белая, красивая на тонировке. Охуенная цешка. О, дальше идет это... Прекрасный автомобиль, Mercedes V-класс. Кстати, кто посчитает Мерседесов, сколько в виде, можете написать в комментариях. V-класс, который 4-местный, но по факту в нем 6 мест, но он 4-местный, к сожалению. На нем есть обвесы, пока что обвесы я не ставил, они стоят 1,5 ляма, топкаровский, но потом, может, поставим вместе с вами. Знаете что, Mercedes-Benz, который я взял за 8 лямов, и здесь целых 12 владельцев, я когда узнал, офигел. Номер ААА 00577, это тот номер, который мы очень долго искали.
потому что он принадлежал игроку вроде Лещик, вот. Его найти на сервере было сложно раньше, и еле допросился, чтобы он его снял и продал. В итоге вэшка мне обошлась 8 миллионов, а номера я взял за 15 миллионов. Но это хотя бы 0.05 за 7.7, это хотя бы, блин, ну это оверпрайс, согласен, но это адекватнее вот этот номер, чем вот тот, потому что тот вот прям, бля, пиздец. А дальше идет нас кабанчик, кстати, все, почти все мерседесы у меня на вот этих дисках охрененных, MG Edition 1, кабанчик, который стоит сколько там, 3 ляма, да, вроде? 3 ляма, номер АА006, потому что 600-й Мерседес, как бы, да. Да, рестайлинговый, все дела, вот так он выглядит. А, сколько? Получается 3 ляма и 8, давайте добавим еще 11. SRT Challenger Demon, скорее всего, да, Demon, да, ну Demon, вон там написано, угу. Челленджер, который мы брали за 8 лямов, я хотел себе какую-то американскую тачку, либо это был Мустан, который охрененный, либо Челленджер, но что-то выбор пал в пользу Челленджера, взяли мы его за 8 лямов и 8 лямов номера, 008 номера. Ну и вышло еще плюс 16. Nissan GT-R, почти, да не почти, это самая любимая тачка из автопарка. Почти самая любимая, да. Брали мы его на номерах, номера продали, и там вышло... Ну, короче, Getter взяли тоже за 8 вроде, да? Или 7 они стоят? Не, 8 вроде. 8 лямов и 8 лямов номера. Значит, плюс еще 16. И, в принципе, по автопарку именно на этих номерах все. Значит, у меня есть... А009, 77008, 006, 005, 004, 003, 002. И, как вы поняли, мне не хватает 001 и 007. К сожалению, 001 вообще говорят, типа там пацаны отписывают. А чтобы вы понимали, когда я просто написал в Дискорд-канале, типа, ищу инфу о владельцах, мне начали писать их какие-то третьи, десятые друзья, мы тебе не скажем, эти номера не продаются. Он тебе не отпишет, ты вообще никто, когда просто спросил за номера. Короче, пиздец. Дальше у нас идет автопарк из 5 очень интересных автомобилей. Первый это гелик, который, я не помню, мы поменяли на Ешку рестайлинговую, которую мне подарили на день рождения, вот. И поставили на него номер АА0297. Да, у меня есть АА0277, который я купил, 97. Сначала не хотел покупать 77, и купил 97, но потом передумал, в итоге купил 77. В итоге у меня есть и 0297, и 0277. Значит, этот гелик 15 лямов стоит, это старый 65-й гелик, почему он здесь светится как 60... А не, 65-й, нормально, нормально. Не знаю, почему все на них говорят 63-й, если это по факту 65-й, вот. В обычном стоковом весе не ставил никакие брабусы, неинтересно, некрасиво. По колхозному не смотрится, поэтому добавляем на счетчик 15 лямов и еще 8 лямов за номера. Дальше идет у нас 124-й. Который сколько там стоит? Ляма 3, да, вроде он тоже стоит. Номера А0799, да, я хотел все-таки купить себе 007 уже на каком-либо регионе. 97 и 77 был выкуплен, поэтому мне пришлось купить 99. Вот, поэтому такой вот сталковый 124. Давайте добавим еще 3 ляма за 124 и 8 лямов за номера. Вот, и дальше идет самых три интересных автомобиля. Первый это банан, который я купил нежданно-негаданно перед Новым годом, когда прокатился у Нью Опера, потом у Крана, посмотрел, как он дрифтит офигенно. И я его взял для дрифта, хотя его все берут для ускорения, потому что он ебет всех. Банан, стоковый номер, к сожалению. Пока что не придумал, что сюда поставлю. Взял его за 6 лямов. Поэтому добавим копилочку 6 лямов. Вот. И дальше два интересных автомобиля. Вот этот автомобиль, он просто у меня остался из-за того, что я номер перекидывал Зуруса на копейку. Поэтому копейку можно продать. Ну сколько ее там, 100 тысяч даже считывать не будем. Вот. И BMW E39 M5. Можно сказать, мечта моей жизни. Темно-синяя, только не М5, но М5 было бы тоже неплохо, но мечта это 130-й дизель, это прям пушка, Stage 2. И надеюсь, я ее куда-то куплю, может в этом году, может в следующем, возможно сделаем в реальной жизни проект, будет, мне кажется, очень интересно. Эту баху я купил еще в октябре, либо ноябре 2020 года, 20-го. И уже больше года. И это самая древняя тачка в моем автопарке. Также самые внимательные уже заметили на ней номер MMR78878. Это самый первый блатной номер Булкина, который у него стоял на чем? На Ниве.
потом на Финике, на Крузаке, на Поршике, а сейчас стоит на восьмерке. Поэтому E39 я брал новый из салона, 2 ляма добавляем и еще лям за номера, и выходит 3 ляма. В итоге весь вот этот мой автопарк, который состоит из 12 автомобилей, стоит 176 миллионов рублей. Хотя мне казалось, что здесь больше 200, но что-то 176 себестоимость этого автопарка. Хотя по факту себестоимость еще ниже, просто вот за какую стоимость я покупал, столько стоит мой автопарк, 176 миллионов. Как я говорил, вот эти номера все, которые вот здесь стоят, они же спустя время будут стоить до хера, там и по 30, и по 50, и по 100 миллионов. Поэтому это такой как бы бизнес в будущее. Пассивный заработок. Также два интересных факта о моем автопарке. Как я говорил, на некоторых автомобилях у меня много владельцев, но почти на всех автомобилях один владелец. На Урусе я 9-й, на Вэшке я 12-й, на 124-м я 2-й и на Банане я 3-й, а везде я 1-й. И второй интересный факт, чтобы заправить полностью весь автопарк, мне нужно потратить плюс-минус 300 тысяч рублей. А у меня в принципе на этом все. Пиши в комментариях, как тебе мой автопарк. Пиши, какая тачка тебе больше всего понравилась. Будет очень интересно почитать. Видосы про каждый автомобиль также оставлю в описании. Ну, с тобой был Эван. Не забывай подписываться на канал, ведь наша цель 10 тысяч подписчиков к Новому году. Да-да-да, новая цель. Нажимай колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики. Ну, а у меня на этом все. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны. И всем пока.